На телеканале «Север» итоговый выпуск новостей о главных событиях региона расскажут наши корреспонденты. Реализация майских указов президента в Ненецком округе идет хорошими темпами и даже с опережением планов. К такому выводу пришел полномоченный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. В столицу региона он приехал с рабочим визитом. В ходе поездки полпред провел совещание с руководителями профильных ведомств, на котором обсудили реализацию программ по стабилизации ситуации в экономической и социальной сферах. Реализация майских указов президента идет в Ненецком округе хорошими темпами. Как и по всей стране, приоритетом по-прежнему остается жилищное строительство, в том числе ликвидация ветхого и аварийного жилья. Регион продолжает выполнять взятые на себя обязательства по предоставлению благоустроенных квартир гражданам, проживавшим в аварийном жилом фонде, признанном таковым до 1 января 2012 года. Сегодня расселено уже 336 человек из 17 аварийных домов. До 1 сентября 2017 года регион планирует расселить еще 611 человек из 41 многоквартирного дома. Интересно, что Ненецкий округ вместе с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом не только лидеры по вводу жилья по северо-западу, но и единственные субъекты, которые строят исключительно за счет средств региональных бюджетов, не привлекая федеральные деньги, отметил Владимир Булавин. И подчеркнул, реализация программы по переселению граждан из аварийного жилья является одной из первостепенных задач, поэтому необходимо принять все возможные меры и проконтролировать, чтобы возводимое жилье отвечало всем современным требованиям жилищного строительства. На мой взгляд, быстро возводимое жилье, оно для ваших климатических условий не подходит. Вот мы в прошлом году смотрели каркасное металлическое жилье. Я знаю, что с ним уже зимой этого года возникли определенные проблемы. Возводимое жилье должно быть долговечным и качественным. Вместе с тем, совершенно понятно, что объемов возводимого жилья недостаточно, поэтому администрация региона разрабатывает иные механизмы обеспечения населения комфортными квадратными метрами, рассказал полпреду руководитель департамента строительства Алексей Кайдалов. Уже разработана новая программа поддержки жилищного кредитования для населения и новый подход в строительстве на основе государственно-частного партнерства. Определенные успехи есть и в других сферах. Большинство показателей дорожных карт были выполнены, а некоторые даже перевыполнены. Так, например, уровень оплаты труда педагогов, врачей, работников культуры сегодня превышает среднюю заработную плату по региону. По мнению Владимира Булавина, у Ненецкого округа имеется большой потенциал и хороший задел, чтобы сохранить темпы реализации майских указов, несмотря на непростую экономическую ситуацию. С учетом бюджетной обеспеченности Ненецкого автономного округа, сбалансированности и устойчивости бюджета, иного не ожидал. Значит, все указы выполняются на достаточно высоком уровне, близки к 100% результату. Вот. При этом нужно понимать, что конечной целью всех майских указов президента, конечно же, является повышение качества жизни и градуса социального самочувствия населения. Для того, чтобы понять, повлияло ли исполнение майских указов на качество жизни населения округа, Владимир Булавин предложил главе региона Игорю Кошину изучить мнение жителей региона. Идею губернатор округа поддержал. Мы должны все вместе руководствоваться одним единственным постулатом. Наша работа должна быть направлена на повышение качества жизни жителей нашего округа. Обратную связь решено было организовать через многофункциональные центры региона. Ирина Цепетова, Сергей Качегов, телеканал «Север».